11-летняя вокалистка из Канска Анастасия Триллер прошла предварительный отбор для участия в шоу «Голос». Девочка отправила в редакцию Первого канала видеоклип с песней. Через какое-то время ей перезвонили из редакции телеканала и пригласили на кастинг шоу «Голос. Дети», который пройдет сегодня в Москве. Одно из главных условий – участник должен исполнить две популярные музыкальные композиции. В репертуаре Анастасии были в основном детские песни, так что пришлось срочно разучивать новые. Времени на это было всего пару недель. Хотя настрой у девочки боевой, она понимает, что придется побороться за свое место на сцене. В прошлом году свои силы пробовали 10 тысяч вокалистов. Эти песни называются «Хороший парень» и «Небо». Ну, они такие сильные, и я их выбрала, потому что надо песни, которые известны.